Всем привет! Сегодня поговорим с вами о таком проекте, как European Crypto Bank. European Crypto Bank строит первый банк и торговую платформу для обеспечения инвестиций на рынке крипторесурсов на основе блокчейн. European Crypto Bank начнет торговую и биржевую платформу в Лондоне. Несмотря на Brexit, Лондон по-прежнему остается основным финансовым центром в Евросоюзе. Центр исследований и инноваций European Crypto Bank будет основан в Париже. Налоговый департамент будет расположен в Милане. Так, теперь хотелось бы перейти к деталям ICO. Токены э, начали продавать 16 февраля 2018 года. Продажа на, намечена на 1 мая 2018 года. Цена одного токена, вот вы можете видеть в конце ICO, она будет 0,6 евро. Вот. Какие положительные стороны их ICO, можно сказать, и вообще об этом проекте? Этот проект имеет очень высокий рейтинг на Found ICO, рейтинг 9,2% что опережает многие-многие десятки проектов, да даже сотни проектов. Вот, и также хотелось бы сказать немножечко о команде. European Crypto Bank очень опытная команда. Несмотря на это, в ней есть молодые люди, отвечающие за маркетинг, а все опытные люди, как правило, из банковской сферы и отвечают как раз за эту составляющую. Возможно, из-за этого такие высокие рейтинги. Ну, в принципе, это очень интересная задумка. Все ссылки на проекты, на white paper я оставлю в описании. Также примечательно, что этот проект доступен на русском языке. Сможете подробнее ознакомиться. Всем спасибо за просмотр.